Перед началом этого ролика, дорогой друг, ленись, поставь большой пальчик вверх под этим видео. Если ты не поставишь лайк под этим видео, у тебя появится херобрин, сожрет все твои любимые чипсы и прочие вкусняшки, и потом исчезнет. Честная ютуберская. Так что ставим лайки, давайте, ваши лайки защищают от херобринов. Теперь, собственно, первым делом нужно учитывать, что этот йо-йо вы можете выбить исключительно до хард-мода. Если вы уже убили стену плоти, увы и ах, вы никогда его не получите. Но, как говорится, всегда можно смотаться в соседний мир и, как говорится, после этого открываем карту и тщательным образом здесь ищем такое место под названием данж. Короче, выглядит эта структура следующим образом. Поверх нее маленькие здания со старпером у входа и большая подземная структура. Вы должны всегда знать, что данж может заспауниться в любой части карты, в любом биоме, на любой высоте, там, где ему захотелось. Но он есть всегда. Отправляйтесь в данж и убивайте этого... Келетрон. Все, после этого можно расслабиться и отправляться за нашим каскадом. Для этого нам понадобится... Наверное, либо демоническая ракушка, либо хорошая дрель и кирка, и отправляемся в подземный мир. Подземный мир всегда есть, выглядит на карте вот так вот. Он всегда находится на самом нижнем ярусе вашей карты. Но я ленивая задница, поэтому я использую ракушку, чтобы телепортироваться в Underground World. Здесь, после того, как вы убили скелетрона, надо убивать любых мобов, абсолютно, какие вам больше нравятся. Чем угодно, как угодно, как где угодно, можете даже ферму построить под это дело, если вам хочется. Да. Что и с небольшим шансом, всего лишь на все 0,25% можно выбить каскад с любого монстра в подземном мире. Это то, как система работает. Вообще, это значит, что этот низкий шанс обозначает, что вам нужно убить как минимум 400 монстров, прежде чем вам удастся выбить эту штуку. Но эта штука классная. 27 физической атаки. Также найдете магазин аккаунтов и ключей geronshop.ru, где можно купить дешевую террарию, дешевый Майнкрафт и сотни других стимовских игр дешевле, чем, собственно, в самом стиме. А также у нас есть собственный дискорд-канал, присоединяйтесь. Инстаграмы, тиктоки, телеграмы и прочее тоже есть в комплекте. До встречи. И не забывайте подписываться на продолжение. Также не забывайте, что есть еще несколько каналов. Все ссылочки под видео.